Добрый день, меня зовут Саван Николай, я технический менеджер компании Enzo Zadan. Сегодня мы поговорим про наш гибридный арбуз Термес. Вегетационный период этого арбуза 70-75 дней. Имеет мощное растение с хорошо развитым листовым аппаратом. В среднем одно растение формирует два плода весом 9-12 кг. Основными преимуществами этого арбуза Термеса, конечно же, является его размер, его хрустящая, сочная, насыщенно-розового цвета мякоть, толстая стенка и мелкая семечка, что позволяет ему транспортироваться на длинные расстояния.